Всем привет! Сегодня в обзоре очередная новинка снегоуборочной техники Redwerk. Это одна из самых мощных моделей снегоуборщиков линейки Redwerk. Двигатель у нее развивает 9 лошадиных сил, объем двигателя 252 кубика, и вся эта мощь может сгребать снег шириной 71 сантиметр и высотой 58 сантиметров. На данной модели установлены 4 независимых секции шнека. Они не скреплены между собой. И на каждую секцию идет отдельно срезной болт, что позволяет при его срезании не потерять полностью работоспособность машины. Можно даже не заметить в процессе работы, что одна из секций прекратила вращаться, так как снегоуборщик не теряет свою работоспособность, а снег продолжает выбрасываться из желоба. Ну а направление выброса из желоба можно регулировать, то есть мы его можем поворачивать на 180 градусов при помощи рукоятки и червячной передачи. Плюс ко всему можно помахать соседям. Ну или простыми словами, регулировать дальность выброса снега. На управлении снегоуборочной машиной расположено на руле, то есть вот на этой панели и на самих рукоятках. В первую очередь это управление дальностью выброса, который я вам показал. Второе – это переключение скоростей или передач. У данной модели 6 скоростей вперед и 2 скорости назад. Пониженный ряд скоростей предназначен для уборки большого объема снега. Ну а скорости от 4 до 6 предназначены либо для транспортировки снегоуборщика, либо для уборки не очень толстого покрова снега. Свеженького, мягенького. Далее еще есть два тумблера, таких а-ля спортивных. Первый тумблер отвечает за включение подогрева рукояток и отключение. Второй тумблер отвечает за включение нашей LED-фары, то есть светодиодной фары, который состоит из 16 мощнейших ярких светодиодов. Ну а на рукоятках есть рычаги, которыми правым рычагом мы включаем шнека-ротор, а левым рычагом мы включаем наш ход. Ну а приводится в движение данное чудо-машина при помощи очень надежного и именитого двигателя от производителя Lanxin. Это один из самых надежных двигателей китайского производства. И как вы успели заметить, это именно зимний двигатель, который предназначен только для зимней эксплуатации, потому что нет воздушного фильтра. Для запуска данной машины необходимо вставить ключ зажигания. Не надо его поворачивать, только вставить. Но ключа у нас сейчас нет, чтобы дети не завели наш снегоуборщик. Несколько раз нажать праймер, подать топливо к карбюратору, что в зимнее время очень важно. Закрыть воздушную заслонку в направлении от двигателя. Не забыть открыть топливный кран. Вот в таком положении он открыт. Здесь есть соответствующая пиктограмма. Поставить дроссель в среднее положение и приступить к запуску. У данной модели два варианта запуска. Можно запустить машину вручную при помощи ручного стартера. А можно запустить машину при помощи удлинителя и сети 220 вольт. Подключаем удлинитель, проделываем манипуляции с рычагами, все те же самые, и нажимаем кнопку «Старт». Ну и при условии, то, что снегоуборщик заправлен всеми технологическими жидкостями, он легко запустится. Бензин марки не ниже 92, ну а масло желательно использовать всесезонное, которое предназначено для зимней эксплуатации. Желательно, чтобы это было масло Redwerk SAE 5W30. Ну а я надеюсь, то, что наш обзор был интересен. Я с вами прощаюсь. До новых встреч с новинками от снегоуборочной техники Redwerk.